Сергей за 7 миллионов, Волочкова променяла накачанного банщика на женатого миллионера. Незадолго до Нового года Сорока 6-летняя балерина Анастасия Волочкова отправилась в качестве свахи на съемки программы «Давай поженимся», где присмотрела себе будущего бойфренда. Банщик Сергея из Одинцова разительно отличался от предыдущих ухажером скандальной любительницы продемонстрировать растяжку в бикини. Да и сама Волочкова не скрывала, в мужчине ее привлекают не только шикарная фигура, но и довольно несговорчивый характер. Сказка закончилась вскоре после возвращения Анастасии Юрьевны с Мальдив. Отпраздновав свой очередной день рождения, блондинка заявила, что Сережа не оправдал ее надежд и даже обвинила отставного любовника в желании как следует попиариться на ее громком имени. Кузнецов не стал ругать Настю почем зря, отметив только то, что считает экс-приму Большого театра как минимум ненормальной. Проговорился банщик Сережи и проступки звезды, простить которые он попросту не в силах. На тот момент одну из версий расставания балерины с женихом из шоу Гузеевой озвучила известная телеведущая. По ее мнению, Кузнецов удрал от Волочковой из-за ее ветрености, ведь любвеобильная балерина могла, например, перепасть с кем-то по привычке. Так в студию популярного телешоу пожаловала Дарья Перязева, по уверению которой, ее супруг-миллионер Роман уже довольно давно состоит в романтических отношениях с Анастасией Волочковой. Женщина со слезами на глазах призналась, что не догадывалась о многолетней интрижке благоверного. Но правда все же восторжествовала, вся тайная стала явным в день рождения заслуженной артистки России. Влюбленный муж Дарьи преподнес Волочковой очень дорогой подарок, серьги стоимостью 7 миллионов рублей. Поэтому не стоит удивляться, что накачанный банщик так и не задержался в жизни меркантильной блондинки. «У меня в жизни всегда было много поклонников, состоятельных и не очень. Они чтут меня и как балерину, и как женщину, чем очень горжусь. Знаете, меня одаривают разными подарками, майбахами, ювелирными украшениями, когда мужчина преподносит подарок. Разве будет женщина задавать вопросы, а сколько это стоит? Мне не так давно подарили кольцо, и я не знала его цену», — спокойно отреагировала на все обвинения звезда.